Вот сейчас мы находимся на втором этаже, и художник из Нью-Йорка Михаил Тютюник расписывает эту прекрасную виллу. Весь дизайн он придумал сам, и мы живые свидетели, как за неделю эта вилла превратилась в произведение искусства. Вот он, кисточка сейчас по своей технологии замазывает места, которые он разрисовал черной краской, оставляя только рисунки, которые будут видны на белом фоне цветные рисунки. Здесь морская тематика, островная тематика, рыбки, лошадки, моллюски. Эта работа очень кропотливая. И вот он аккуратненько делает это кисточкой. Здравствуйте, Миша. Сколько у вас краски уже ушло? Ну, не знаю, наверное, уже где-то 4 или 5 галлонов ушло уже все. Всех цветов вместе, да? 4-5 галлонов. И да. Сколько еще нужно для того, чтобы покрасить всю уже виллу? Уже вот все. Вот получится... Вот я купил еще один галлон вот этого желтовато-белого цвета. Угу. Я думаю, что нам уже хватит, чтобы закончить. Чтобы закончить. Да. Вы только фасад будете или боковые части виллы? Нет, только фасад. Только фасад. А боковые части будут в однотонный покрашенный цвет? Не, ничего не будем делать с Просто как был бирюзовый, так останется бирюзовый цвет. Ясно. А расскажите, что это за такая технология и откуда, где вы научились этому искусству? Ну, то я сам разработал, я не знаю, думаю, что другие этим занимаются, но я не видел, чтобы так делали. Ага. И это как бы начинается как абстрактная полная картина, а потом вырисовываются вот эти вот. Ну, всякие там звери, все, что хочешь. Да, вот здесь вот черная краска, как раз разрисованы все картины, которые будут на белом фоне, на светлом фоне, приобретут законченный вид, как мы видели внизу. Это вот уже под крышей пространство. Это второй ярус Миша расписывает. Ну, да, да. Скажите, а где вы учились? Я учился в Pratt Institute в Бруклине, в Нью-Йорке. Бруклин, Нью-Йорк. Это художественный институт, да, если да, так да, да. Для русского говорящих зрителей? Не, это просто не для русских. Это просто институт. Ну, понятно. Но там обучаются всем видам искусства, да? Да. И рисование, живопись, и скульптуре, да? Архитектуре, все, что хочешь. Угу. Ну, у вас уже были проекты по росписи зданий или стен какие-то? Да, конечно, я уже где-то 15 лет этим занимаюсь. Да, какие у вас были большие проекты? Наверное, вот росписи на стенах у меня... Больше 30 только в Нью-Йорке. В Нью-Йорке? Да. На Манхэттене, в Бруклине, на Статен-Айленд, в Куинс, везде, в Бронксе. То есть везде. Еще там есть у меня в Мексике, в некоторых местах, в Канаде. Ну, это такой отдельный вид искусства, да, росписи стен? Ну да, можно сказать, что да. А как вы находите заказы? Ну, меня находят, я их не нахожу. А у вас есть веб-сайт или... Есть веб-сайт, есть Инстаграм, Фейсбук. Ага. Так что через это все. Михаил Тютюник, Инстаграм, Фейсбук. Можно посмотреть, связаться, кому интересно. Да. Научиться или какие-то есть вопросы, можно к вам обратиться. У меня веб-сайт mishat.com. Миша, mishat.com. mishat.com. Да, а там можно найти мой Facebook, Instagram, все, что хочешь. Где можно взять информацию про ваше творчество. Ну, отлично, отлично. Мы очень рады, что именно вы расписываете нашу
виллу, и что она приобрела такой вид, потому что в прошлом году, когда мы отдыхали, она была просто бирюзовая, и нам казалось, что это очень симпатично. Но когда я увидела начало, только вот росписи трехцветные, оранжевый, красный, желтый, бирюзовый, мне казалось, что это уже верх совершенства. Но потом мне сказали, что это еще не все, будет второй слой еще наноситься. И действительно, это очень красиво и интересно. Спасибо большое. Раша нравится всем. Да, спасибо вам большое. Желаем вам успехов. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.